Хорошая у нас девочка. А здесь не больно? Так не болит? А помойка меня милиция назвала? Я живу, Майна меня еще. Еще там нас и милиция. Вон там. Теперь, пожалуйста, ваши вопросы. Эти соревнования, и там, где вот ради политики страдают дети, вот это очень плохо. Когда это закончится, я не могу сказать. Я не политик, безусловно, но я вместе точно так же и в курсе дела, и все это переживаю. Но мне кажется, с мертвой точки сдвинулась сейчас вот, ну, как бы и защита, и забота о детях. И я думаю, что вот следующее лето оно уже будет гораздо легче. There could be much more coming from the government side, because we are providing a service which they at the moment cannot because of budget restrictions, and we understand that. And the more they come to see us as a good partner, if you like, in supplying assistance to the most needy, then it'll be better for them and better for us, and most important of all, better for the people who really need our help.